Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в GTA 5, и что мы там, в прошлой серии какое-то очередное ограбление надумали. Нам, в общем, нужно раздобыть кучу машин, но я не знаю, где их взять. Так, нужна пожарная машина, сделай ложный вызов или угони из пожарной части, как получится. Ложный вызов. Где пожарная часть, кстати, находится? Я вроде пытался в прошлый раз по карте посмотреть, но я не уверен. Это транспортное средство принадлежит Майлку, оно не годится. То есть нам сначала нужно угнать какую-то... Заткнись, сука. Угнать какую-то машину и... Ну, вот я думаю, это неприметная тачка. Сука. Неприметная тачка подойдет. Так, это транспортное средство можно использовать для отхода с места преступления, спрячься в каком-нибудь тихом месте. What the hell? Сейчас найдем какое-нибудь тихое место, спрячем. Я думаю, хорошо подходит. Здесь можно оставить транспорт для отхода. Ну, вообще хорошо. Так, Лестеру позвонить. Ну. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that. Так, ну а... Ладно, Франклину позвоним. А, вот так, пометить координаты. Hey, Les, that getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. La Mesa. Good work. Call me when the rest of the prep's taken care of, okay? Так, сохранение опять не хочет. Так, ну и давайте не будем искать, позвоним. Задание выполнено, сука. Оно не дадут, да? Не дадут. А, к херам. Где мои контакты? 911. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Пожарная охрана. The fire department are en route to your location. Интересно, угоню я нормальный ее или нет? Куда тут не приедут? Потом укромное место надо будет найти. Я даже знаю, где оно. Я его здесь и оставлю. Метку поставили, пускай будет. Ни хера не вижу что-то. Едет, едет кто-нибудь. Что, походу, ни хрена. Эй, чуваки, здесь пожар, здесь все бы уже сгорело давным-давно. Долго. Пойду разберусь вон с теми. Таров. Ладно, короче, что-то они не едут. Я пойду по карте посмотрю, где находится пожарная служба. И стрим у них просто машину возьмем вообще. То я что-то не вижу, чтобы они приехали. Это как-то тупо.
Короче, я вон там машину подстрелил, вот эту вот, и тут пожарная машина приехала. Так, добраться до швейной фабрики нам надо, но сначала нужно свалить от полиции. Как нам отключить? Тарарарара. Тарарара. Ну, на швейную фабрику нам, походу, туда куда-то, поэтому будем немножко в ту сторону смещаться. Не будем особо спешить, смысла нет. Поэтому будем делать вид, что мы есть самые что ни на есть законопослушные пожарные. Так, сейчас меня заметят к херам. Меня не заметили, нормально. Так а чё не мерцает? За мной гонятся. Переждем где-нибудь здесь внизу. Ой, хорошо, слушай. Все, ушли. Нам на эту горочку почему-то игра не понимает, что мы находимся под ней. Водичкой можем поливать. А давайте людей водичкой польем. Где тут? Не вижу никаких людей. Ну и ладно, сейчас, наверное, как-нибудь по дороге найдем. С бранд-спойтика полить. Кому машину помыть? Что-то они не очень рады. Помыл, а он не рад. Сволочь. Что не говори, самая настоящая сволочь. А, бандикам когда-то убежал, я не вижу, сколько у меня там времени, что-то у меня осталось. Все брысь. Ты понимаешь, расселись тут. Суки, что не говори. Все, машину я раздобыл. В отличном состоянии. Так, сейчас бандикам верну. Отлично, задание выполнено. Расширить. Ни единой царапины, ну да, конечно. Да я. Чтоб я да без единой царапины. Ну, что там? Давайте звоните, сделаем это быстро и незаметно. Ну, Лестер. Hey, Lester. We got a fire truck. It's parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Идем в офис. Кто там? Кого-то там натягивают явно. Направляемся в офис. Pretty good under the circumstances. About to knock off a federal government building. Meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, прикольно. Газета обязательно загорится. You'll have incendiaries and a remote device. Now they need to be strategically placed, so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew. And we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic,
Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Доберитесь до здания ФРБ. Ну, я-то иду. Чё, ну, как криво, правда, шпарит. Хорошо, хоть машину поставили. Кстати, сын наш, сыночка, сбросил смс-ку, что он вот нам затюнинговал вот таким вот образом нашу аудюху. Говорит, не менее стало машиной все равно для старперов. Но вот эти вот диски с баксами, это вообще говно полное. Сука, полное отсутствие вкуса, я считаю. Чё она там несет? Франклин. Что скажешь? Майк, мы делаем это? Yeah, real soon, Frank. Pick up the fire truck and RV with Gus Moda and Daryl Johns. I'll give you word when I'm out of the bureau. I got it, dog. At least we can count on these guys in a pinch. Ну, она хоть управляться лучше стала. Это, конечно, плюс. Ну, мало того, что она ездит, конечно, быстрее стала, но хоть поворачивает по-человечески. Так. You should love me. Ну что, идем уборщиком. Войдите в здание ФРБ и подойдите к турникету. Такой уборщик приехал на тюнингованной аудюхе, конечно. Не привлекаем внимания. А да я не уверен, что в ФРБ уборщики входят через главную дверь. Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Как вообще-то так и иду. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Идем, не палимся. Доберитесь до лифта. Сейчас дойдем, не волнуйтесь. До какого из них? До этого? Ух ты, нихера себе, 59 этажей. Come on. Jeez. Все в камерах. 13 этажа нету, как можете наблюдать. Maintenance. Возьмите швабру. Пойду полы намывать, сука. Самое время. Мойте пол. Нажмите Е, чтобы поставить ведро. Сейчас помоем вот эту вот грязь. Во. Сука. Швабра грязная, вымойте ее в ведре. Ну что там за чувак блюет? Ты что делаешь? Еще не домыл. Да, блядь, чё ты так далеко? О, все, установите бомбу в шкафчике. А без того, чтобы помыть пол, бомбу в шкафчике нельзя было установить, да? There you go. Идите в следующую комнату. Ну, я уж пойду. Чё ты там корчишься? Хреново. It's the middle of the night and I'm scanning data patterns to arrest statistically appropriate suspects. What went wrong with my life? Ну, а, что-то ищет. Так, намывать. Что
До хера намывать надо. Ну, попытаемся с первого раза все сделать. Угу. Как бы не так. Есть. Да, стали. Так, надо взять ведро, поднести поближе. Бросовый уборщик, сука. Куда ты повернулся? Ну да, лучше каждый раз брать ведро. Интересно, две эти, по идее, я должен с одной швабры помыть. Теоретически должен. Да ёб твою мать. Ну раз уж вернулись-то. Вода там уже грязнючая. Становите бомбу в туалете. Ведро он не хочет брать. Да как ничего делать сейчас установим. All right, I'm leaving. Братвецов сейчас со швабрами. Тик-так, чувак. То сортир я драить вообще не намерен, честно говоря. Так, отнести швабру и бро обратно в подсобку. Все хорошо, все помыл. Сейчас отнесу. Просто так сократили. Даже воду не вылил, похер. К лифту и покиньте офис. Это легко. Чем врываться там на этом, на вертолете лететь, потом с парашютом прыгать, да ну нахер. Этого не люблю. Обязательно промахнусь мимо здания. Ну так, помыл. Спокойненько взрывчаточку поставил и вышел. До свидания. Здание вот-вот взорвется, оно закроется, так ты честно говори. До лампочки. Дёру. Так, а чё мне сюда? Ой, Франклин, твое выступление, да? Hey, charge is set. I'm out of the building. Пожарные выехали. Hey, look, everybody cool, right? Because once we pick him up, it's all go, all right? In and out, Holmes. Let's do it. Поехали. Это я, кстати, включил сирену. Trigger the fire bombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Используется телефон для детонации C4. Подорвать, вот он. Жбань. Жопа вашему FIB. Воу. Чип и Дейл спешат на помощь. И в поворот войти бы. We'll be the only idiots running into that burning mess. So don't worry.
get in there. Погнали. Другие идиоты вот этот огненный ад не сунутся. Да, наверное, будет не так-то и легко. Все, блин, летят ошметки. Сыкуны. Странно, что лифты, в обычные лифты по системе безопасности, когда какое-нибудь возгорание, они отключаются тогда. Кислород. Идем, идем, идем. Кислорода не так много осталось. Нахера нам стрелок, интересно? Что ты там, об стенку головой бился или что? 50-й, 51-й. 5-51-й, чё? А, понял. Так. Заберите диск с данными. Сейчас. Установите взрывчатку на двери. Так, ты чё? Оба липучка. Чё? Кнопка, кнопка F? А, G. Заберите диск с данными. Отлично. ХДД забрал. Знал, что план плавар провалится, да? А что случилось? Что-то там написали, но, блин, я бежал, наверное, не слышал. Не видел. Оу. Надо было парашюты брать. Следуйте за бандой. Не взрывается. Ладно, я отойду. Ох ты, сука, обратная тяга пошла. Да, есть такое понятие. Джонс, поднимайся, сука. Ты ёпт. Слабо соображаю, куда мне бежать. Ты ёптой. Ты что, вниз? Так. Оглушило. Да троху. Так. Что не хватало, чтобы мне... Сука, их вообще не видно ни хера. Сложно. Ладно, переключаемся сразу на штурмовую винтовку. Погнали.
Ну это так по сценарию получается. Может, кислорода, чтобы хватило. Броника нету, жопа. Где он там? Я не вижу его. Я почти убил. Да нахер. Что я делаю? Гидал в эфир, ага. Я еще видел, куда бежать. Конечно. Жопа сейчас. Опять понабегают. Уроды. Пускай у вас полностью здоровье, а то сдохну к херам. Так, где он спрятался там? Ну, сейчас выйти должен. Там бегает. Нормально. Ага, ниже некуда идти. Беда, опять дым. Как они выживают? Не понимаю. Так, ну вот вроде пацаны мои здесь. Как к ним подойти? Вот так вот. Поднимитесь по завалам. С оружием не хочет лезть, то есть пока не спрятал, никуда не лез. Идите к шахте лифта. Надеюсь, хоть никого больше не будет, не надо будет стрелять в этом ужасе. Ну вот. И все, наверное. Охереть. Давай быстрей. Фух, чуть не попало. Я не знаю, как по мне не попало. Это была бы жопа. Но оно там не обрушится. Выйдите из здания к пожарной машине. Охереть. Ну, задание, честно говоря, ничего такое симпатичное было. Мне понравилось. А, мне еще и за руль садиться. Ну, спасибо. Это странно выглядит, что пожарные такие выбежали, сели в машину и свалили.
Ни у кого это не возник, не вызвало никаких подозрений. Густаво Мото плюс 20. Один погиб. А, ну да, там же МакМашинник наш нужен подъехать. I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. Shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. Ну что, они туда поехали. You're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Why'd we stash it so far out? You ain't helping me get there quicker, man. Ну далековато оставил, ну что поделать. Откуда мне знать было? На карте что-то FIB место, что не отмечается, к сожалению. Поэтому оставил в ближайшем укромном местечке, которое нашел. Останавливаются, главное. Так, нам походу сюда. Взорвать надо ее. Уничтожьте пожарную машину. Отходим, пацаны. Садимся. Вот этого только не хватало. Now that we're clear, I could probably tell you people. I didn't think we were gonna make it out of there. One of us did. Ну да, Лестера хоть недалеко. Oh yeah, shit. I don't like speaking ill of the department, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out. So we got that to be thankful for. Daryl's people will get his paycheck and the standard expenses. Hey man, it was our fault Daryl went down. Really? Why's that? Didn't you speak to the guy? Nothing was his fault, so it must have been us, right? I'll put it down to bad leadership then. I can tell you that. Полицай ее. Ой, полицай. Пожарный. О, как не надо так вот часть пожарная. Ёшкин так вот. Где она, кстати? Вот здесь его, глянь, на углу. Ну ясно. Совсем вообще недалеко. Что у вас тут за ДТП? Херели? Глянь, что натворили. О, придурки. Hey, this Lester crib, ain't it? Фиг его знает, где он живет, ваш этот Лестер. Keep your heads down, you hear? Never thought I'd see you clowns again. Что ты уже недоволен, придурок? Ага, ну ясно. How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be vintage самогонка. Committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break. Cheers. Ядреная гадость. All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, huh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor. Get my life back.
go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun. С горла давай. Ух ты, сука, опытный. Так, ну ладно, хорошо, ограбление состоялось. На 50%. Ну, деньги хоть заработали, доля банды, выплаты близким. Франклин 215, охереть. Доля Майкла 0. Какого хреда? Ладно, дыхалка села. 35%, это не все, спуск по веревке. Извиняюсь за маты. Так, ну и ладно, что мне тут делать? А, Дэйв звонит, хорошо. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right. I'll come to the court center. Fuck. Fuck! Сука такая. Так. Ну ладно, на этот Meriwether мы поедем в следующей серии. А на этом, ребята, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.